опасные на тебе чары. Смотри, ко мне не суйся даже. Какие-то опасные заклинания. Не подходи ко мне. Потомственный капитан, как мои люди любят говорить. У моей матери, что на морском шквале, что дома, все по струнке ходили. Я пытаюсь открыть новые направления деятельности, пытаюсь завоевать уважение матросов. Только не очень-то получается. Вот взять наш последний груз. Мелкоизмельченные соли пустоты из коллегии Винтерхолда. Кучу денег стоят, если знать, кому продать. Моряки случились. Напились и в итоге потеряли ценный товар в какой-то пещере. Если ты не боишься прогуляться туда, я готов заплатить тебе за поиски солей. Опять пещера. Я лично под землей предостаточно времени провела. Но если хочешь туда, я с тобой. Какие-то опасные чары. Не подходи ко мне. Какие-то опасные заклинания. Не подходи ко мне. Первые хорошие новости с тех пор, как я вышел в море год назад. Вот твоя доля.